Бессовестно. Бессовестно мы поступили и не затронули женский костюм. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Хелена. На мне надет женский костюм. Это конец 15-го, начало 16 века. Это саксонская мода, вот типичная юбка. Такая вот немножко она с такими многочисленными воланами. Это костюм, естественно, из тонкого сукна, тонкая шерсть, отделанная шелком. Это костюм богатой горожанки или, например, повседневное платье дворянки. Шляпа сделана из бархата. Тоже атрибут уже такого более высокого статуса. И на мне такая вот пелеринка, отделанная мехом. Очень тепло. Это самое главное, особенно сейчас осень. Да. Скажите, пожалуйста, мы видим, что вы вот прям яркая, как огни инквизиции. А скажите, пожалуйста, вот именно цвет, он был статусной вещью? Вы знаете, могу сказать, что да. То есть люди, которые принадлежали более таким вот низшим слоям, они не могли себе позволить яркую одежду. То есть это были какие-то серые, какие-то коричневые тона, да, не яркие. А вот красное. Красное, кстати, очень много красного цвета можно увидеть на картинах Лукаса Кранаха. Там очень много красного цвета, и красный цвет это как-то вот, я думаю, что это уже просто издревле пошло как принадлежность к высшему сословию, нет, у которого там богато. Потому что, конечно, чтобы получить красный цвет, покрасить ткань в красный цвет, конечно, это было достаточно трудно. Скажите, пожалуйста, у меня вот самый главный вопрос. Допустим, званый вечер, какой-нибудь бал или турнир. Что происходило, когда у двух девушек два одинаковых платья? Я думаю, что это было вряд ли, что было бы два одинаковых платья, потому что это было не поточное производство, а штучное. То есть, когда приходили к портнихе, то есть заказывали конкретно под хозяйку платья. Но если только какие-то, как из теории вероятности, чтобы две там женщины, девушки пришли, заказали абсолютно одинаковое платье, я думаю, что, скорее всего, это вряд ли. Может быть, были похожи ткани, да? Тогда, по тканям, конечно, могли. А чтобы прям покрой, там, идея, я думаю, что, скорее всего, вряд ли такого произошло. Но даже если произошло, мне кажется, что это никак не повлияло бы. На мой взгляд. Ну, вот так вот пришли, наверное, вот так. Хотя, мне кажется, вряд ли даже, знаете, на картинах я ни разу не видела двух одинаковых платьев. А картины все-таки, например, картины, иконы, да, которые писали все-таки отражение какой-то вот реальности, которую видели художники. Спасибо вам огромное. Не за что. Да, огромное спасибо. Спасибо.